Так, мы остановились. 3А. Да. Как зачитали, надо 3Б начинать. Да, 3А уже прочитали. Значит, это с 991 по 194, это дата, значит, вот в 9 месяце этого 1128 года, вот, значит, ее муж начал снова, так сказать, исполнять обязанности, это, соответственно, ведать, то есть управлять вот этим самым денькам, уездным денькам. Вот, а то в третий месяц весны он прекратил исполнение должности, вот, и на лодке поднялись по озеру Уху, доехали до Бушу, вот, и собирались поселиться вот здесь, Будью, это как гадание о жилье, и просто уже двух слов поселяться на реке Агань. В пятый месяц лета дошли до Цияна, и он получил указание сверху, значит, императора, ведать Худжоу. Вот. И дальше вот это вот четыре знака, 236, 239, обозначают, что он, так сказать, был на приеме у императора. Потому что Че, это у нас уже было, но вот напоминаю, это две беседки по краям ворот в стене дворца. Вот, а день, это уже, соответственно, дворцовый зал приемов, официальный зал. Так что это вот означает побывать на приеме у императора. И затем... То есть, это получается аудиенция, как бы, императора? Да, была аудиенция у императора, да. Вот. И вот вслед за этим он расположил, поместил, так сказать, свою семью в Цияне, а сам, так сказать, один должен был отправиться вот, выполнять предписания, приказания. Вот, это 3Б. А потом у нас 4А. Значит, уже на, в 13 июня он, значит, взяв свой, так сказать, груз, свои вещи, он покинул лодку. И дальше вот идет самая сцена прекрасная, что он сидел на берегу, вот, в летней одежде и в непарадном головном платке, что он был бодр очень духом, Динсен-Руху, вот, и его глаза, так сказать, сверкали. Вот, что прямо, так сказать, впитывались, входили, так сказать, в людей, то есть вот он, вот, и, значит, он, глядя на, или по отношению к тем, кто оставался в лодке, прощался, вот, у меня был очень плохое настроение, вот, тяжело на душе было очень, а я крикнула, вот,
если, так сказать, придут вести, поступят слухи, что в городе, так сказать, опасное положение, вот эту Хуанзи внизу, антонимы эти, то как быть? Вот, и он вот как-то так, расставив руки, вот, может быть, вот растопырив пальцы, издалека в ответ, так сказать, прокричал: делайте как все, Цунжу. Если, так сказать, будет уже совсем плохо, если пойдет дело не так, вот, то сначала избавьтесь от обоза, то есть вот от тяжелых вещей. Затем от одежды и одеял. Вот. Затем от брошюры и, так сказать, и книг, и картин. Вот. Затем от древних сосудов. Вот. И только то, что касается вот этих самых дзунг-си. Вот дзунг-си – это, так сказать, вот вещи, которые передавались по наследству, самое, так сказать, дорогое. Вот необходимо оставлять всегда при себе, вот нести это, так сказать, прижимая к груди, чтобы и чтобы они, так сказать, разделили свою судьбу вместе с вами. То есть вот чтобы они существовали, оставались или погибали, так сказать, вместе, так сказать, с вами самими. Вот, и не забывайте об этом. Вот, и он затем, наконец, значит, ускакал. Цымачи. Вот, значит, по дороге 111 знак – это Ту, это то же самое, что Ту, которое внизу написано. Вот, он быстро мчался, вот, и он подвергся, так сказать, действию большой жары. Очень жарко в это время. И он, значит, почувствовал недомогание. Вот. И, так сказать, в пути в дальнейшем ему болезнь, так сказать, стала злокачественной. И в конце седьмого месяца он сообщил в письме, что, значит, слег больным. Я очень перепугалась, вот, и я знала, что у него характер такой изначально вспыльчивый, вот, что он вообще стремительный, что он очень энергичный человек, вот. Как же у него могла возникнуть злокачественная болезнь? Если он, так сказать, перегрелся, надо принять лекарство, которое понижает жар, вот, и болезнь, она очень, так сказать, печально, болезнь меня очень опечалила. Вот. И я вслед за этим, значит, вышла из лодки, вот, покинула лодку, и за одни сутки, и же ехала,
проехал 30 ли. Вот. И когда, значит, я прибыла, вот, оказалось, что он в большом количестве принимал вот эти, так сказать, лекарства, которые тут перечислены, названия трав, лекарства и соответствующих трав, 177, 178 и 179, 180. Вот, и у него оказалось, вот, так сказать, по-современному, это малярия и дизентерия. Вот, и что болезнь, она стала критической и практически неизлечимой. Вот это, так сказать, 188-189 знаки, это, так сказать, полости какие-то грудные, вот, в китайской медицине известно, и куда не доходит лекарство. Вот. И это прямая отсылка к тексту Цзуо Цзуань. Вот, когда, значит, больного, врача вызывали из другого царства к больному, вот, вот видите, здесь написано, когда, значит, врач прибыл, он сказал, что с болезнью ничего нельзя поделать, что она находится выше, значит, области Гао и ниже области Хуан, вот. То есть и там, вот, что до нее, на нее воздействовать нельзя, и до нее добраться нельзя, вот, что лекарства не смогут достичь их, и ничего поделать нельзя. Вот, я, значит, скорбела и плакала, вот, и была в полной растерянности, вот, сам Хуан. И не как сказать, не могла, так сказать, даже это самое спросить о его распоряжениях насчет того, что делать после его смерти. Вот, 18 числа 8 месяца. Вот, уже, так сказать, он не мог вставать, он, значит, взял кисть, вот, и написал стихотворение, вот, отбросил кисть и умер. Вот, и он умер и не имел... Вот мысли о том, что, вот, значит, о вот этих самых распоряжениях после смерти. Вот, значит, видите, здесь вот я тут сделаю некоторое отступление, потому что впервые, так сказать, европейского читателя ознакомился с этим текстом Ван Гулик, с классической книги «Сексуальная жизнь в Древнем Китае». Вот. И это я тоже первый раз с ним ознакомился именно через эту книгу, еще когда я был в этом самом Сингапуре. Вот. И он здесь, так сказать, пересказывает этот текст, частично его переводя, но тут в этом издании, это самое хорошее издание, есть другое, которое гораздо хуже, это Санкт-Петербург, 2000 год, это, значит, Кабанов его делал. Вот, и там он пишет, что, значит, вот, значит, вот это описывает, как это самое, вот он, она его видела последний раз живым. Вот, и, значит, он пишет, что прибыв в императорскую ставку, значит, он заболел и скончался, и дальше написал, он не оставил средств для безбедного существования своей жены и наложницы. Вот,
это, так сказать, не совсем то, что и было на самом деле. Во-первых, так сказать, никому не известно, были ли у него вообще наложницы. Это, так сказать, уже с упором на самую сексуальную жизнь промоделировано. Вот они, по-моему, очень любили друг друга, и, наверное, наложницы не было никакой необходимости. Во-вторых, она ничего не пишет, совсем не жалуется на то, что он их якобы оставил без средств пропитания. Здесь речь идет о том, вот что очень, так сказать, важно для всего этого текста, что он как раз умер очень красиво, что его не интересовали всякие эти самые материальные вещи, он взял кисти и записал. Вот. А вот это вот, так сказать, о распределении средств, он, так сказать, не думал. И вот это вот самое Фэн Сян Май Лю, или Дю, тут они, ну там Дю и Лю, они там путаются в этих самых Шэньюев, это вот связано с историей про Сао Сао, вот, который вот по поводу его смерти, так сказать, написано, что, значит, так сказать, остатки, так сказать, вот, не, дословно получается, ароматов, но имеется в виду, так сказать, каких-то, женских вещей, женской собственности, можно распределить между, так сказать, вот, его, так сказать, женой и, так сказать, ближайшими высшими родами наложниц, а вот все остальные, вот, о них, так сказать, нечего думать. Пусть они учатся, вот этот текст под 221 строчка, вот, делать эти самые лапти и продавать их. И вот это вот Фэнсян Май Дю или Лю, это вот забота, так сказать, о женской части, так сказать, вот своих потомков, здесь человек, людей, которые он, которые с ним были. Вот, и значит, конец здесь самый, после окончания обряда похорон. Вот мне, я не знал, куда, так сказать, идти. И было некуда деваться. Вот. Вот. Значит, это теперь текст 5А. Значит, двор к этому времени уже, так сказать, разделился. Значит, там, значит, отдельно поселился, так сказать, двор императрицы, потому что вот она переселилась в Хунчжоу. И эти самые Люгун, это 6 дворцов, это, так сказать, резиденция императрицы. Значит, и кроме того, значит, насчет пересечения реки имелся, так сказать, запрет. Кроме того, было сообщено, что, значит, был запрет на пересечение Янзы. Это было связано с военными действиями. Вот. Динду. И в это время еще, так сказать, оставались книги в количестве 200 дзюаней. Вот. И, значит, эти стампы с надписями на сосудах и на каменных стеллах в количестве 2000 юаней. Кроме того, были сосуды,
значит... 20 тысяч. А? 20 тысяч. А, ну да, 20 тысяч, да, ага. Вот сосуды, вот расшитые, так сказать, одеяла в таком количестве, что могли ими, так сказать, укрыться 100 гостей. Вот. И, значит, и другие, так сказать, вот предметы обихода. Вот эти вот чанву, это, скорее всего, предметы обихода. Вот. Пятая строка, значит, я тоже очень сильно заболел, что-то сказать, едва дышал. Вот, и, значит, обстановка с каждым днем становилась все тревожнее, все тяжелее, все попадало все больше нужду. Вот. И вспомнил о том, что, или имею в виду то, что, значит, ее мужа была Мэй Сюй, это Мэй Фу, значит, брат, муж младшей сестры, который исполнял должность этого самого Шилана военного министерства. Вот, и он, так сказать, занимался военной, так сказать, охраной в Хунчжоу. Вот, и я после этого послала вот самого Аргу Ли, это очевидно название, так сказать, должности слуги. Вот, значит, сначала послать вот багаж к нему, и, значит, отправилась к нему. Он тут же, так сказать, верить себя ему, так сказать. Вот. Значит, дальше у нас пятый Б текст. Вот. Зимой в 12 месяце, 10-й, ага, значит, эти самые азиатские разбойники захватили Хунчжоу, и, значит, соответственно, он лишился должности. И мы, что называется, на кораблях, связав корабли, то есть вот переправились через Янцзы. Вот. И вот эти самые вот в результате того, что можно назвать, значит, вот таким переправой, так сказать, понтонной, потому что это вот аллюзия на эпизод Троецарствия, когда вот для переправки войск вот были связаны, так сказать, лодки, и войска через эти лодки, так сказать, перебежали на другую сторону. То есть речь идет о такой импровизированной переправе. Вот, временные, так сказать, чрезвычайные и так далее. Вот, они, и вот книги в результате этой, так сказать, переправы, они вот рассеялись, вот, как облака и дым.
И, значит, только осталось в некотором количестве маленькие, так сказать, дюани, которые мало весят, вот, с которыми бы они могли, так сказать, перенести через эту переправу. И, значит, рукописи в рукописном виде, значит, соответственно, стихи, видите, Лебо-Дуфу, Хань Юэ и Люзун Юаня, вот это, так сказать, то, что, так сказать, ценилось из наследия, вот, значит, рукописное собрание, это Сиабань спереди и, соответственно, 143-й знак сзади. Вот видите, Сысо, это Сысо Синьи, вот Янчилу, вот, и, значит, из стампов с хайского и тайского времени, значит, несколько десятков свитков. Вот. Значит, трех династий сосудов, вот, соответственно, треножников больших и малых, значит, здесь это как раз это уточнено, 162-й, вот, 160-161, видите, несколько десятков, вот, почему сы, я не знаю, то получается, что они, так сказать, вот, считаются на сы, очевидно, вот так получается. Вот, и, значит, южный тан рукописных книг, несколько ящичков. Вот. Вот, в болезнях, вот здесь вот этот самый Бавань, это здесь имеется в виду чередование болезней, что вот эти самые случайные болезни, они вот чередовали друг за другом, они как бы, так сказать, с ней забавлялись. Вот, я иногда, значит, мне приходилось находиться в постели, но я, так сказать, вот так вот гордо одна существовала. Вот. Значит, после того, как нельзя было, это, значит, 19-я строка, подниматься больше по реке, значит, и ситуация с вот эти самые лучшие, это, значит, вот с захватчиками, вот что они будут делать, невозможно было, так сказать, предсказать. Вот у меня был брат, который по фамилии Хан, значит, который
по приказу императора занимал должность вот Сандингуань, вот, то есть это что-то вроде, так сказать, цензора. Человек, который, так сказать, вот, если нужно, делал какие-то, так сказать, опущения, и потом, значит, это самое, утверждал текст. Вот. И, значит, поэтому я направился, так сказать, и, но дальше... поскольку нельзя было сейчас это тут что-то с текстом случилось. Это я не досмотрел. Так. Мне надо уточнить. Вот, здесь она, здесь должно быть, вот почему только самое начало не совпадает, я не знаю, я прошу прощения, это мне надо выяснить, что здесь случилось, вот, потому что, вот, Суйван, здесь должно быть, вот после 213-го знака все уходит, вот, и доходит до Суйван, Идзи, да, значит, с 213-го знака по 235-й надо вычеркнуть. Вот. Вот, значит, прибыла в Цай, ну, значит, этот самый начальник над Цаем, он уже, так сказать, бежал, прибыла, значит, соответственно, в Чань, вот, выехала в Му, вот. И, значит, снова выбросив, так сказать, часть, значит, одежд и одеял, отправилась в Хуан Янь. Вот, и, значит, наняла лодку и пустилась по морю. Вот, бежала в Синьчао, это название места тоже, временно пребывала вместе, так сказать, в это время, то есть, простите, император временно пребывал в Цзаньань, вот, и поэтому, значит, опять на лодке морем прибыла в Вэнь, потом, значит, отправилась в Юэ, значит, и это у нас 1282-1130 год, вот в 12 месяце, значит, 100 чиновников были распущены, значит, был распущен чиновничный аппарат, а затем я прибыла в